Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптовалют у меня сегодня тикбуты кран, который дает нам 0.023 дикбуты монет каждые 5 минут. Вывод на микрокошелек Faucet Hub. Значит, сюда вбиваем адрес. Далее нажимаем логин. Спускаемся ниже. Continuum. Разгадываем капчу и антибот. Опускаемся чуть ниже. Нажимаем на вкладочку Very. Нас перебрасывают на страничку коротких ссылок, где мы разгадаем капчу и подождем несколько секунд. Нажимаем Get Link. И 230 тысяч сатошиков. Нет, да. Ушло на микрокошелек Faucet Hub. И еще один кран, который я только что собрала, мне дало 503 602 сатоши, тоже ушло на Faucet Hub. Значит, опускаемся чуть ниже в этом кране. Вот здесь будет партнерская ссылочка. Я оставлю ссылочку, кому интересно, на этот кран. И здесь также опускаемся чуть ниже, и здесь находится наша партнерская ссылочка. Переходим на микрокошелек. Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста, вот дикбуты. Только что я 46 секунд, вот 230. Так. Подождите, это не 230. Так, 3 нуля. Это выходит 2 миллиона, что ли? 300 тысяч. О как. Дала. Потому что, смотрите, 3 нуля и здесь 302. 2 миллиона 300 тысяч. И вот, что я вам показывала, кран оставлю ссылочку. 503 602 сатошика дикбуты монет. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.